Друзья, в продаже у нас появился Deo Matiz 2012 года. Автомобиль на бензиновом двигателе объемом 0,8 литра, 52 лошадиные силы. На механике, на переднем приводе. Всего три владельца. Машина в хорошем состоянии, на литых дисках. Внутри у нас передние электростеклоподъемники. Установлена магнитола Pioneer, кондиционер. Сзади у нас три места. Полный комплект эвакоковриков в автомобиле имеется. Машина в хорошем состоянии. 2012 год. На механке. Три владельца.